центре испытаний НАМИ под Дмитровом открылся самый крупный в России комплекс электромагнитной совместимости автомобилей. В рамках развития технопарка на базе полигона НАМИ и при поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области была запущена камера электромагнитной совместимости, которая построена с учетом предложений и требований отечественных и зарубежных компаний, занимающихся выпуском автомобилей и автокомпонентов. Камеру сделали в прошлом году. Доводочные работы, аттестационные работы, они, безусловно, продолжаются. Но тут отрадно отметить то, что данная камера в Дмитровском городском округе, она крупнейшая автомобильная камера на всем пространстве Таможенного союза. Камера для исследований электромагнитной совместимости автомобилей – пример открытия нового направления в доводке автомототехники. В этом комплексе изучается как излучение, так и поглощение тем или иным транспортным средством широкого диапазона электромагнитных волн. Стены камеры облицованы радиопоглощающим материалом. Здесь у нас представлен гибридный радиопоглощающий материал, состоящий из ферритовых пластин и пирамидальных поглотителей, в своем составе имеющий углерод. Соответственно, вместе стены камеры поглощают электромагнитное излучение в широком диапазоне длин волн. Внутри камеры электромагнитной совместимости установлено специальное радиопоглощающее покрытие на стены и потолок, а также ряд антенн и других устройств для замера показателей. Сейчас идет доводка и финальное испытание недавно построенного комплекса, и, по словам дирекции Центра испытаний НАМИ, ни в России, ни в странах Таможенного союза нет аналогов этой электромагнитной камере. Центр испытаний НАМИ не останавливается в своем развитии. Это диктует и необходимость развития бизнеса, развития системы испытаний и, безусловно, новые международные требования. Соответственно, мы прорастаем новыми компетенциями, новыми сотрудниками и, конечно, новым оборудованием. Та камера, в которой мы сейчас находимся, это наглядный пример. Но, безусловно, есть еще чем гордиться. Сегодня Центр испытаний НАМИ является одним из крупнейших и лучших автополигонов в Европе, где есть возможности для всесторонних исследований автомобильной техники. Здесь более 110 километров испытательных дорог. Экспериментальная база расположена на территории в 40 с лишним тысяч квадратных метров. Дмитровский автополигон ежегодно выпускает более 4,5 тысяч протоколов испытаний и научно-технических отчетов.